Анархия, он же Лони Мачин, был хакером и анархистом из Готэма. Мачин начал свою преступную карьеру в молодом возрасте, взламывая системы для Мэтчес Малон. Во время нападения анархии Сэмюэл Янг на город, Лони был ранен офицером готэмской полиции в ситуации с заложниками. Это одно из событий, пошатнувших его веру в эффективность общества. Позже в том же году Лони был пойман в разгар финала Джокера, когда токсин Джокера привел население в бешенство. Однако он смог перегруппироваться со своей матерью и переждать конфликт с помощью спойлера. Однажды он был ранен, но он сумел уйти, и когда он увидел своего союзника, тот его убил.